ожидала, что стану мисс Молодечна. Это безумно просто приятно. Меня переполняют эмоции. Я не знаю, как это выразить в словах, но на самом деле я даже не догадывалась. Я рассчитывала на вице-мисс, там, на мисс очарование, но на мисс Молодечна я... Ну, для меня это сюрприз, и такой очень приятный. Я рада, я хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал. Ну, действительно, без их поддержки я бы вряд ли что-то смогла. Все.